Три года национальной полиции. Уже в среду правоохранители Украины отметят свой профессиональный праздник. За это время в Одессе появились новые подразделения, водная и туристическая полиция. А правоохранители начали изучать английский язык, чтобы лучше понимать иностранцев. В курортных зонах ездят не на авто, а на велосипедах. Начальник одесского главка говорит, это только начало. Мы также планируем пополнение автопарка, пополнение водной полиции парка. Это дополнительные катера. Естественно, с 2019 года уже, как неоднократно говорили, в одесской полиции будет свой вертолет, который будет выполнять определенные задачи. В преддверии праздника наградили лучших полицейских региона. Среди них Эмилия Лаврик, которая служит уже более 8 лет. Именно она должна заинтересовать абитуриентов в поступлении в университет МВД и помочь будущим полицейским определиться со специальностью. Також я займаюся направленням не тільки школярів, а і поліцейських для здобуття освітнього рівня магістра, на аспірантуру, на ад'юнктуру, для того, щоб поліцейські підвищували свій освітній професійний рівень.